Берчин, мама. Матер. Что Мы случилось с тобой, говорим Маргаритка? Они по-матери. целовались. Аслым и Озан целовались. Почему эта девушка не может уйти с моей жизни, скажи? За что мне это? А, черт подери, я ненавижу эту Аслым, ненавижу ее. Ненавижу ее, ненавижу. Стой, что ты делаешь? Пускай уйдет. У тебя в руке рана, ты чего? Не надо, пожалуйста, не расстраивай меня. Пусть она уйдет уже наконец из моей жизни. Я ради него на все было готово. Но он не выбирает меня. Что у нее есть, чего нет у меня? Боже, скажи. Что у нее есть, чего нет у меня? Мама, пожалуйста, скажи. Ладно. Ладно, успокойся ты. Что он в ней такое нашел? Берчин. Берчин. Приди в себя. Ты моя дочь. Она по сравнению с тобой вообще ничто. До тех пор, пока Аслым будет находиться здесь, Озан на меня даже не посмотрит. В таком случае мы найдем возможность отправить ее отсюда. Как мы это сделаем? Мы ее так опозорим. Она в люди выйти больше не сможет. По своему желанию уедет отсюда. Твое спасение вот здесь. Ты загрузишь это в интернет. Это увидят все. Только за одним ты должна проследить. Оза не должен догадаться, что это ты выложила. Поняла?